Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю вас прогуляться по магазину FixPrice и посмотреть на новиночки. Как, например, вот эти банки двухлитровые для напитков с краником стоимостью 199 рублей. Стенки банки украшены объемными силуэтами ягод и фруктов. Туфли женские комнатные с верхом из текстильных материалов, стоимость 199 рублей, произведены в России, состав верха текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Подошва достаточно высокая, есть небольшой каблучок, так что если полы холодные, ноги не будут насквозь промерзать. Набор для шитья, в который входит фломастер, иглы, катушки, ярлыки. Производство Китай, состав полипропилен, полистирол, полиэстер. Не советую этот набор к покупке, даже если он стоит 55 рублей. Катушки маленькие, ни о чем, иголки тем более. Маркер, его можно купить и отдельно в специализированном магазине. Нитки швейные в набор входит 3 штуки, состав полиэстер, полипропилен. Производитель Китай, стоит 55 рублей. Продажи в белом и черном цвете, домотка на катушках достаточно объемная. Двухсторонние магнитно-маркерные меловые доски с регулируемым углом наклона. В комплекте идут 2 мелка, белый и голубой. Произведены эти доски в Китае, состав МДФ, железо, полипропилен и металл. Стоят эти доски по 299 рублей. Продаются в различных цветовых решениях, можно выбрать на любой вкус. Размер поверхности, на которой можно рисовать, примерно А4 формат. Папки для бумаг от Hooper Duper с цветной молнией и принтом. В набор входит 2 штуки, производитель Китай, состав поливинилхлорид и полипропилен. Стоит такой набор 77 рублей. В продаже масса ярких сочных принтов. Есть даже, видите, единороги, которые то ли объелись, то ли беременны. Конечно, столько фруктов рядом. Многоразовая водная раскраска от Kids Fantasy объемом 10 страниц, стоимостью 149 рублей. В набор входит фломастер-кисть с контейнером для воды. Вы удивитесь, но это единственное, что нужно для раскрашивания. Фломастер с водой. Картинка раскрашивается и появляются цвета. Через 3-5 минут картинка высыхает и рисунок ваш исчезнет. Раскраски есть как для мальчиков, так и для девочек. Книга для записи объемом 48 листов. Называется «Личный дневник». Произведена в России, стоит 77 рублей. Небольшая, довольно яркая книжица, которая не оставит равнодушной, мне кажется, ни одну девушку. Отлично поместится в сумочку и сохранит ваши мысли и заметки. Стильные и удобные аксессуары всегда в продаже в FixPrice. Размер 52 на 52 сантиметра. Состав 100% хлопок. Это бандана и стоит она 77 рублей. В продаже всегда большой выбор расцветок. Женские летние туфли размеры с 36 по 40. Состав искусственная кожа полиуретан, производитель Россия. Выполнены очень аккуратно, яркая и веселая расцветка, пробковая подошва. Вполне можно использовать как домашнюю обувь. Кружки от Okitchen объемом 330 мл, производитель Китай, состав фаянс. Стоят эти кружки по 77 рублей. В наш магазин приехали в двух расцветках, хотя расцветок на самом деле больше. Текстура неправильные соты, выглядит очень интересно, приятные на ощупь, сделаны кружки качественно, имеют удобную широкую ручку, внутри кружки белого цвета. Интерьерные таблички по 99 рублей, произведенные в России. Состав дерева картон, надпись на табличке Home Sweet Home и чуть выше надпись Welcome. FixPrice акция, набор эластичных крышек вы можете купить за 77 рублей. В наборе 4 крышки размера S. Это самый маленький размер крышек из существующих, произведены они в Китае, состав силикон. Женские кошельки, производство Китай, состав ПУ, полиэстер, нейлон и сталь. Стоят 149 рублей, и я бы сказала, что они для мелочи. Отлично сшиты кошелечки. Внизу даже есть отделение небольшое, которое закрывается на молнию. Украшены брелочком из двух монет.
Заколки для волос в наборе 2 штуки. Производитель Китай, состав сталь и полиэстер. Стоит 55 рублей. Заколки выполнены в виде меховых женских шляпок с бантиком сбоку. В продаже в 3 расцветках – в розовом, коричневом и голубом. Заколки небольшие, но очень заметные. И обратите внимание, что одного цвета в упаковке они. Предверные коврики размер 50 на 80 сантиметров, состав полиэстер и ПВХ, производитель Китай. Стоят эти коврики по 199 рублей, сделаны очень качественно, придраться не к чему. Орнамент весьма оригинальный, расцветки есть в продаже различные. Все они очень яркие, есть даже ярко-синий коврик, посмотрите. Напоминаю, что черная сторона оставляет желтые следы на линолеуме. Минажница Atu Kitchen на 3 секции выполнена из опалового стекла. Минажница выполнена в виде 3 ракушек, соединенных в центре. Выглядит очень красиво, сделано качественно и в руках держать приятно, и на стол поставить тоже красиво будет смотреться, ничего не скажешь. В коллекции есть еще блюдца, пиалы, салатники, так что ждем, когда это все появится на полочках Fixed Price. Коллекция обещает быть богатой, красивой и очень-очень качественной. Тетрадь общая объемом 48 листов произведена в России. Формат тетрадей А5. В ассортименте представлены тетради с разной линовкой. Обложка приятная на ощупь, поверхность soft touch. Тетради имеют очень интересный дизайн и станут отличным приобретением для тех, кто любит оригинальную канцелярию. Набор кистей для рисования в количестве 8 штук. Производитель Китай, состав нейлон, алюминий и береза. Такой набор очень пригодится на уроках изобразительного искусства, а также для других творческих занятий дома или в школе. Стоит он 77 рублей и позволит вам рисовать в разных техниках. Коробка складная от Home Time размером 28 на 20 на 16 сантиметров. Эта коробка моющаяся, и она отлично будет смотреться в интерьере как в спальне и гардеробной, так и в ванной комнате. Поможет организовать и аккуратно рассортировать вещи или полотенца. Альбом для рисования «Рисуй по точкам и шагам». Формат А4, объем 24 страницы. Удобное крепление по спирали, предназначен для детей старше 6 лет. Произведены альбомы в России, и всего за 99 рублей вы получите отличное пособие «Как научиться рисовать». Альбом разделен на 2 части. В первой части рисунки по точкам, которые можно потом раскрасить и получить очень симпатичную картинку. Во второй части альбома пошаговые рисунки. Тесто для лепки от Гаммы в баночках стоимостью 199 рублей. В наборе 8 цветов, общий вес 480 грамм. Из этого теста можно лепить все, что вам вздумается. И животных, и растения, и любимых персонажей из мультиков. Цвета легко смешиваются, за счет этого можно создавать новые. Пластилин от Гаммы мультики стоимостью 149 рублей, произведен в России. В набор входит 30 брусочков пластилина и стек для работы с ними. Все брусочки имеют яркие расцветки, набор большой. Хватит его надолго, но не забудьте приобрести коврик для лепки, иначе все столы в вашем доме будут в пластилине. Весьма необычная сумка для инструментов. Производство Китай. Состав полиэстер, ПВХ и АБС. Сумка имеет множество отделений для инструментов, сделанные как из ткани, так и резинки. И большой карман вместительный, который застегивается на молнию. Сумка сворачивается 4 раза, закрепляется резинками и переносится за удобную пластиковую ручку. Когда сумка развернута, все инструменты на виду. Форма для запекания от Luminarc. Размер 22 на 16 сантиметров, объем 1 литр. Форма довольно тонкая, очень приятной формы. Выдерживает температуру до 250 градусов по Цельсию. Эта форма такая милая, что ее можно использовать не только для запекания, но и для подачи блюд на стол. Набор напильников от Master Hand. В набор входят напильники второго номера, плоский, полукруглый, круглый и трехгранный. Подходят для шлифования дерева, металла и пластика. Произведены в Китае, состав углеродистая сталь, полиэтилен.
Автомобильные подушки из кожзама, производитель Китай. Состав полиуретан, пена полиуретан, полипропиленовое волокно и полиэстер. Средняя часть подушки украшена фигурной стежкой. Продаются в различных цветах. Имеется молния для того, чтобы можно было снять верхний чехол и произвести чистку подушки. Стоит по 199 рублей и создана для комфорта во время поездки.